Ура! Ура! Что могу сказать? Набрал кучу масок, очки подарены. Кстати, Лиле привет. Классные очки пригодились. Я закупорился по полной программе. И маски серьезные взял с собой. Хотел взять противогаз, но на всякий случай, потому что в каждом рейсе возможно, может быть, кто-то и болеет. И ухотел так. Правда, не чайка кричит, но наконец-таки запах морей и океанов, можно сказать. Все равно приятно. Море. Я сейчас... Мне сейчас сделали такой нереальный массаж. Просто он, я вышел, смотрите, с таким румянцем на лице. Просто это нечто. А, я так давно не ходил на массаж. Все, возобновляем историю. Лимфу разогнать по организму — это необходимая вещь абсолютно. Этот самый скальп подвигать до такой степени, чтобы он отделился от кости, прям буквально от черепушки. Кайф! Я не могу, 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 я не
Ну, конечно, после того, как... Какие вести, мы будем вместе, как в такой красивой голове помещается. Цветами. Мы сегодня распечатали сезон, как сказали. Вот, первый концерт был мой. Понятно? Люблю вас. Я же был с длинными волосами. А, ты не про кожу говоришь? Дим. Здорово. Привет. Ничего себе, вот это да. На фотографии одно. Ну я же просто артист. Ну что же вы? Спасибо. Блин, мы остались, реально остались. Я не думаю, что останемся, но остались. Ой, не могу, прям, ой. Хорошая моя. Ну какой ты хороший. Покажи глаза свои, покажи. Зеленые глаза. Алексей, смотрите внимательно. Беру в левую руку и вот телепортация. Раз. А я видел, да. Как вы это сделали. Вы все заметили? Да. Серьезно? Да. Да. Ладно, давайте это будет уже ваша рука, тогда будет не так заметно. Итак, на вашей руке я буду шар распиливать. Да. Еще три. Раз, два, три. Вот это вы уже не заметили, уже два шара. Поверьте. Серьезно? Реально два. Да, итак, телепортация, вы помните, да? Нет. Светлана, давайте назовем их. Алексей и Светлана. Хорошо, Светлана будет у вас. Нормально. Алексей будет у меня. На счет три. Раз, два, три. Почувствовали? Светлана переместилась ко мне, а у вас? Вот что у вас? Другой цвет? Давайте проверим. Алексей, это невероятно, Светлана. Нет, ну то же самое. Да, слишком быстро. Хорошо. Вы ничего не заметили. Не заметили. Делайте так, чтобы Светлана была хорошо видна. Так. Вы помните Алексея? Он отправляется мне в левую руку, Светлана отправляется вам в правую. Крепко-крепко сжимайте на счет три. Раз, два, три. Что там? Я не знаю. Их правда два. Видимо, Светлана и Алексей всегда должны быть вместе. Блин, да. Скорее всего.
Круто. Правда круто. Еще фокус. Воздух нереальный просто. Сейчас на лодку и в море. На самом деле, что-то вот зеленый свет, эти ключи, которые делятся на русский и на английский текст, на радиостанции, это было невыпольно, тут будущее. Вот. А потом была Земфира. Потом была Земфира. И Земфира только. А потом была Земфира, потом была Зия. А это уже стало нормой. И всем респект! Да. Давайте сразу подготовим тарелки, мы прямо с окна. Круто. Второй круг можно бросить? Сейчас не желаю. Вот. Если сильно надо, я сгоню руку. Наша жена. Сейчас. Там миллионы пластика. Почти разобраны запчасти. Там килограммы боли. Мимо. Фу, блин. И рыбки обездолены. Зачем ты так, человек? Ребята, можно полотенце? Ты человек! Тихи, пошли. Это вас. Ты что, съезжаешь? Мы все бегаем. Для металлолома. Мама! 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 Да, она еще свеженькая, блин, кстати. Блин, она свежая, она... Да. Это масло, да? Это акрил, но он это как масло, да. Thank you.